меня нет денег на маску покупать. А у меня есть? Не знаю, у вас есть нет. Нет, вы такой умный, что ли, или что? Нет. Почему умный? Вы слишком много дерзите, я смотрю, молодой человек. Держи. Единственный раз я вам еще раз говорю. Я повторять больше не буду. Я говорю, сейчас вы все знаете. Я знаете сколько? Вот вас приходит вот полсотни, вот больше даже, чем вот около сотни. Вы приходите. Ты умный, я еще раз тебе говорю. Я что ли должна маски сидеть после каждого сменять? Так вы тоже без маски как? И что дальше? Вы закон тоже нарушаете, как и я. Какой я закон нарушила? Ну какой? Вы сюда пришли, а не я к вам пришла. Одеваете маски, приходите сюда. Еще вопросы есть? Есть вопрос. Почему я-то должен надевать, а вы нет? Я еще раз говорю, умный что ли или что? Все, давайте, не будем... В смысле давайте? Ты сюда что пришел? Я отметиться пришел. Вот приходи нормально, отмечайся. Все, я пришел нормально. Я еще раз говорю, я сейчас оставлю протокол по 20.6.1, понятно? Это что лишь такое? Нарушение масочного режима. И себе составить тоже. Так а как получается? Ты охеревший или что, я понять не могу.